Эфир телеканала ННТ продолжит новости Дагестан. В студии Белла Ахмедова. Здравствуйте. И вот, о чем сегодня расскажу вам я и мои коллеги. Шантаж или благотворительность? 18-летняя дагестанка написала заявление на вымогателя, который себя таковым не считает. Подробности в начале выпуска. Детей-сирот с каждым годом все больше. Вот только реальных или фиктивных проблемы разбирали на совещании Кабмина региона. Израильский или нет, и оправдан ли бойкот? Какие финики встречаются на местных прилавках и откуда сейчас их привозят, узнавали наши корреспонденты. Деньги за молчание. Житель Кайтакского района шантажом выманил у 18-летней дагестанки более 2,5 миллионов рублей. Об этом сообщает МВД республики. Девушка некоторое время общалась с ним по телефону и рассказывала о себе. Молодой человек решил этим воспользоваться и начал угрожать, что распространит по всему интернету порочащие ее сведения. Она платила ему за молчание с 2022 года по настоящее время. Потерпевшая написала заявление на 27-летнего шантажиста. Его доставили в отдел полиции, где он поведал свою версию событий. С его слов, девушка сама помогала ему финансово, узнав о его проблемах. Участники нашумевшего в сети интернет видеоролика установлены, сообщает ГИБДД Дагестана. Напомним, что владельцы автомобилей Hyundai Solaris, Infiniti M45 и Mercedes-Benz, следуя в составе свадебного кортежа, грубо нарушали правила дорожного движения, создавая при этом опасную ситуацию на дороге. В отношении всех трех водителей 20, 23 и 29 лет составлены административные материалы. Им грозит штраф в размере 5000 рублей или лишение прав от 4 до 6 месяцев. И к другим темам. Около 300 дагестанских детей-сирот обеспечат жильем в 2024 году. Об этом сообщили на очередном совещании правительства республики. На реализацию соответствующей программы из регионального бюджета выделят порядка 800 миллионов рублей. В Дагестане на данный момент проживают свыше 3000 детей-сирот. Государство делает все возможное, чтобы каждый из них чувствовал себя защищенным и нужным, отметил глава Кабмина на встрече. Однако, по словам Абдулмуслима Абдулмуслимова, число это только растет, что вызывает массу вопросов. Почему-то по непонятной причине из года в год у нас растет количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако в отдельных случаях отмечаются факты установления утраты родительского попечения по необоснованным причинам с целью включения детей в списки для получения жилья. Это не украшает и нас, и нашу республику, и нашу историю. Я требую от всех заинтересованных сторон, включая Министерство труда и глав муниципальных образований, во взаимодействии с надзорными органами принять исчерпывающие меры для предотвращения подобных злоупотреблений. За прошедшие 3 года недвижимостью в республике обеспечены более 1176 детей-сирот. При этом практика показала, что делать это гораздо эффективнее через жилищные сертификаты. Ведь квартир, подходящих требованиям, строится совсем немного. Так, в прошлом году из 311 заявителей 189 стали обладателями жилплощади через ГЖС. Дагестан и Мордовию с 5 мая свяжет прямой авиарейс. Самолеты будут летать регулярно по воскресеньям. Время в пути – 2 часа 20 минут. Цены на билеты пока не сообщаются, но обещают, что они будут доступными для всех желающих. Новый маршрут станет удобным способом перемещения между двумя регионами, а также откроет новые возможности для туристов и бизнесменов. Более 700 велосипедов подарили детям Махачкалы, которые в течение 40 дней приходили в мечеть на утренний намаз. Это радостное событие организовал муфтия Дагестана. Праздничное мероприятие и торжественное вручение состоялось в духовном центре имени пророка Иссы Мир ему. Подробнее в сюжете Хамза Нурмагомедова. Подобную масштабную акцию Дагестан еще не видел. 1500 детей приняли участие в марафоне, совершив утренний намаз вместе с имамом. Он продолжался в течение 40 дней в каждой мечети города. Мы изначально объявляли, 100 ценных призов были разыграны. Однако мы увидели некую печаль, грусть у большинства детей, которые не получили подарки. Привлекая спонсоров, муфтият Республики Дагестан решили поблагодарить из 1500 детей 704 человека, которые 35 и более совершили намаз без пропуска. Этих детей мы пригласили сегодня адресно, обзванивая каждого из них, проверяя их
посещаемость через админов, имамов. И сегодня раздадим им спортивные велосипеды. Таким образом, в духовном центре имени пророка Исы мир ему руководство муфтията Дагестана подарило самым активным новые скоростные велосипеды. Их получили более 700 детей школьного возраста. Три дня без остановки в духовном центре готовили эту площадку, готовили велосипеды, 700 велосипедов. Один велосипед занимает полчаса и два человека для сборки, для подготовки одного велосипеда. А вчера именно с 8 утра до 3 часов ночи без остановки работали разные люди, разные группы, без остановки собирали. И в итоге, альхамдулилла, мы смогли это все собрать с помощью Всевышнего Аллаха. Естественно, я как мама его будила первые дни. Даже бывало так, что первый день, так как очень много в городе собак, я взяла из дома палочку, чтобы отгонять эти собаки, но на меня так косо смотрели люди, наверное, они думали, что я из-под палки своего мальчика бужу и отправляю на этот фаджр утренний намаз. Вот. Ну, а потом уже по истечении 20-го дня где-то это пришло в привычку, вошло в привычку. Вот. Единственное, мы, по-моему, пару дней только отсутствовали, потому что по болезни мальчик гриппом заболел, а так мы посетили, мальчик посетил все утренние намазы. Вот. Очень понравилось, потому что спасибо всем организаторам за такое прекрасное мероприятие. Первые дни, 2-3 дня было сложно, потом привык уже. Папа был дома, я с ним ходил, а так в основном я один ходил в мечеть. Спасибо всем организаторам этого мероприятия. Подобные марафоны будут продолжены. Главная цель организаторов – привить в детях любовь к исламу, в том числе силу воли и самые добрые нравственные качества. Хамзнур Магомедов, Халид Ахмаев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Откуда финики? Пожалуй, такой вопрос чаще всего сейчас слышат продавцы этих сухофруктов. Актуален он стал и после того, как пользователи соцсети начали массово бойкотировать израильскую продукцию. Какие финики покупать и откуда их к нам привозят, разбиралась Айша Тухаева. Ей слово. Что неизменно будет на столе в месяц Рамадан? Это финики. Они у нас из Иордании, из Ливии, из Саудовской Аравии. Самые популярные вот этот сорт финик, мясистые их называют, кто-то их называет тунисскими, кто-то деглет-нур и суккари. Вот, они обработаны сахарной глазурью для красоты. Многие думают, что это какая-то химическая обработка, это всего лишь сахарная глазурь. Бойкот израильским финикам. Вы наверняка получали вирусную рассылку в соцсетях. Фото этикеток прилагается. Наша съемочная группа решила проверить, есть ли израильские финики на дагестанских прилавках. Остановка номер один. Оптовые склады. И вот они, королевские финики. Страна-производитель – Израиль. Продавцы объясняют. Это остатки. Последняя партия куплена еще задолго до начала войны с Палестиной. Из бюджетных в основном самые ходовые финики получаются захеди и алжирские финики. Угу. Вот эти королевские. Они королевские, откуда? Эти у нас израильские, это остаток. Мы даже хотели эти фуру возвращать им, они не взяли обратно. Не взяли. Ага. Да, это же немалые деньги, поэтому до 7 октября, да. Мы их покупали просто... Много купили? Да, фуру целую. Целую фуру? Да. И что она, получается, сейчас стоит? Ну, кто-то берет, кто-то нет. Ну, мы объясняем клиенту такой момент. Не повезло тем, кто до 7 октября закупил королевские финики. Именно этот сорт попадал к нам из Израиля. На прилавках, говорят предприниматели, только то, что находилось в обороте. Сейчас же все сорта сухофрукта привозят из Египта, Ирана, Саудовской Аравии и других стран, отмечают экспортеры. Мы работаем в общем в 15 странах мира. Это в основном Ближний Восток, страны СНГ. Финики в основном они завозятся вот из стран Ближнего Востока, как раз таки страны Ближнего Востока и Севера Африки. В основном они приходят из Ирана, Алжира. То, что приходит из Израиля, вот в последнее время очень много есть там информации. На самом деле я пытался изучить этот момент, и те, с кем я работаю, они как бы с Израилем не работают. То есть и согласно Федеральной таможенной службе, по их статистике, за последний год в Дагестан именно израильские финики не ввозились.
Мы также связались и с руководителем объединения автомобильных перевозчиков, который также опроверг информацию о ввозе товара из Израиля. Израильские финики, да, возят ли к нам дагестанские поставщики? Нет, короткий ответ нет, категорически не возят. Не возят. Поэтому... Знаю, тем более, зная положение сегодня, вообще и раньше не возили, и тем более, это же недавно началось, это, как говорится, пусть Аллах разрулит, да. Но нету, как говорится, нет, ответ нет, не возят. Поэтому я вам одно скажу, мы в основном работаем сообщение через Иран. Иранцы, даже если почувствуют, что какой-то даже запах этой продукции есть, категорически они сами не позволят их, какой-то порт или какой-то на территории Ирана была. Во-вторых, мы сами тоже, мы сами видели, что происходит там везде. Мы сами тоже очень тоже противники этих, как говорится, чтобы их бизнес развивался. Во-вторых, закон не позволяет сама по себе. Закон этого как Ирана не позволяет. Сертификат происходит, они не видят. По нашей информации, в результате бойкота спрос на израильские финики действительно упал. Какие вам финики нравятся? Так, мне нравится, например, сорт суккари. Берете, да? Да, их берем. Потом на веточке бывает. Это вот эти? Да. А смотрите вы, страна-производитель, какая вы тут? Алжир, да, конечно. Алжир возьмете, да? Алжир возьмем, да. Саудия. Берете? Да. А какие не берете? Ну, не берем вот эти израильские. Верно, там королевские. Ну да, они в основном королевские бывают. А почему? Почему не берете? Мы поддерживаем братьев мусульман. Вы знаете, я обычно иранские покупаю и стараюсь брать аджу. Я всегда смотрел, откуда израильские финики, я никогда не покупал. Ну, то есть... Не помню в жизни такую. А какие в целом финики берете? Сейчас захеди, по-моему, сорт светлые такие, золотистые. Египетские королевские финики значительно дороже, но оптовики в этом вопросе о выгоде не думают. Везут из любых других стран, только не из Израиля. Альтернатива есть. Например, Саудовская Аравия, Иран, где выращивают точно такие же сорта. Израильские финики к вам попадают? Были. С прошлого года были, сейчас уже не завозим. Вы не завозите? Ну, у них именно королевские финики продавались. Угу. В больших объемах продавались на Рамадан. Сейчас уже не завозим. Сейчас уже не завозите. Вообще видели, чтобы продавали здесь израильские финики? Нет, не видел. И даже клиенты, которые покупают в супермаркете, уже у них даже бывает просьба, чтобы другие королевские отправляли, помимо израильских. Угу. И, в принципе, тут их нету, да? Нет, здесь нет. Именно израильского товара здесь ничего нету абсолютно. Угу. У соседей, у ваших коллег, оптовых тоже продавцов есть? Даже не знаю. Может быть, единица, но в основном, я знаю, все прекратили вообще то, что израильские. Угу. Остановка номер два – продуктовый рынок. Израильских фиников не найдено. Розничные торговцы не закупают израильский товар. А откуда у вас вот королевские финики? Африка. ЮАР, да? Да, ЮАР. А скажите, израильские финики на рынке продаются? Нет, мы не покупаем уже давно. Уже давно не покупаем? Да, и завозами это не привозят наши поставщики. Ваши финики из какой страны? Это Иран, да. Там дальше Тунис и Алжир. Ага. Ну вот у вас в магазине вот из этих стран финики? Да, да. Из Израиля есть финики? В данный момент нет уже, давно нет. Были, раньше продавали, но сейчас нет. Где продаются израильские финики и как они к нам попадают? Исследовав эту тему, мы определили, что в этот месяц Рамадан мусульмане могут выдохнуть, спокойно поститься и не искать среди этикеток страну Израиль. Товар из Израиля давно не закупается, но если даже в продаже и есть продукция, это то, что закуплено задолго до конфликта и находилось в обороте. С одной стороны, солидарность с мусульманами всего мира. С другой, очевиден, искусственно поднятый ажиотаж вокруг финикового вопроса. Остается надеяться на благоразумие соотечественников. Айша Тухаева, Шамиль Хирисулаев, Дауд Гасанов, новости ННТ, Махачкала. И к новостям спорта. В Махачкале подведены итоги всероссийского футбольного турнира «Кубок Каспия». Игры в течение 4 дней проходили на полях школы Александра Маркарова. Съехались 10 дружин, всего около 200 участников. Футболисты выявляли сильнейших в трех возрастных группах. Среди игроков 2015 года рождения отличились хозяева – футболисты «Динамо» ВТБ Махачкала. В остальных двух категориях лучше других себя показали коллективы из Москвы – «Торпедо» и «Академия народной команды». Чемпионов награждали заслуженный тренер России Валерий Газаев и другие почетные гости мероприятия.
Дагестанские бойцы ММА показали лучший результат в общекомандном зачете на чемпионате и первенстве СКФО в Каспийске. В соревнованиях, прошедших во Дворце спорта имени Али Алиева, состязались более 200 спортсменов. Хозяева октагона были вне конкуренции в 5 весовых категориях среди мужчин. Лидировали Мурат Курбанов, Абдулхаким Муртазалиев, Ахмед Магомедханов, Хамид Амирмагомедов и Курбан Шейх Ахмедов. Также бойцы из Дагестана завоевали 8 наград в высшие пробы по итогам юниорского первенства СКФО. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала Белла Ахмедова. Смотрите наши новости также в социальных сетях. До новых встреч в эфире.